Всем привет, дорогие друзья, с вами Дан. Сегодня я буду снимать видео. Да, сегодня я буду снимать видео опять на лука. Также я хотела бы сказать такую небольшую новость, что я сейчас задам пару новых шоу под названием топ-факты, то есть топ-10, топ-5, факты обычные, а также мифы и легенды. Но сегодня опять будет, к счастью, наука. Также вы заметили, что был летсплей на нашем, можно сказать, на нашем канале. Это снимал мой друг. Я хочу сказать, что летсплей был снимать мой друг, а я буду снимать там все факты, там, мы поняли, короче. Ну, конечно, будет исключение, что я буду снимать с моим другом летсплей. Ознакомительное видео пройдет около через неделю где-то будет. Я точно не знаю. Итак, ребята, сейчас я хочу вам рассказать, почему на Марсе ищут жизнь. Недавно ученые обнаружили, что на Марсе есть маленькие атомы и молекулы. Это может быть знаком того, что на Марсе миллионы лет назад была жизнь. Марс на данный момент считается самой схожей планетой на Землю. Там также есть сезонные изменения, например, бывает холодно, минус 51 градус, около минус 50 градусов, а бывает жарко, чаще всего на экваторе, около 20 градусов. Но отличия есть, и они существенные. Например, там есть атмосфера, где содержится кислород и углерод. И также есть вода в жидком состоянии, но этого всего очень-очень мало. Остальная поверхность Марса покрыта песком. В 1971 году к Марсу были направлены две советские космические станции. Марс-2 и Марс-3. Но исследование было закончено неблагополучно, потому что там были условия как-то не очень удобные для того времени. В 1976 году два американских зонда Викинг исследовали Марс в более близком расстоянии и сфотографировали его. В 1997 году на Марс был отправлен новый зонд Марс Pathfinder. Извините, что я читаю их имена, они такие сложные, что их сложно запомнить. На борту которого был Sojourner. Этот такой космический транспорт, который управляли с Земли. На Землю пришло очень качественных изображений, которые ученые изучают даже на данный момент. Также было доказано, что на Марсе существует вода.